Проблемы граждан будут решать в театре. С этого дня в Набережных Челнах, как и было обещано властями в феврале, начало работу отделение Общественной палаты Республики. Расположилось оно в здании мастеровых, и это первый для Татарстана случай, когда прием населения будет проводиться не в столице. Раньше это было только в Казани. Обратиться за помощью в решении различных вопросов челнинцы и жители соседних городов Закамья могут в любой понедельник с 16 до 18 часов.